Сегодня в программе «Простые вопросы» основатель и лидер движения «За нейтралитет» в Черногории, журналист Марко Милачич. И тут мы наблюдаем двойные стандарты. Наш лидер – образец демократии. А вашего президента Лукашенко называли диктатор. Это и есть двойные стандарты. Я за то, чтобы у Европы были хорошие отношения и с Минском, и с Москвой, а также с Вашингтоном. Добро пожаловать на программу «Простые вопросы». Сегодня в отеле «Пекин» мы имеем честь беседовать с нашим гостем из Черногории, известным журналистом, гражданским деятелем, а также основателем движения «За нейтралитет». Марко Милачич наш гость. Добрый день. Hello. Спасибо за ваше время. Добро пожаловать в Беларусь. Спасибо большое. Мне тоже очень приятно. В первую очередь, как бы вам больше понравилось? Наши языки очень похожи. Как мне лучше называть вашу страну? Черногория на белорусский манер или Монтенегро на английский? Я предпочитаю Черногория. Да, Монтенегро – это дословный перевод Черногория. Но в оригинале это ближе к Черногории. Господин Милачич, вы основатель и лидер движения «За нейтралитет» и активно выступаете против вступления в НАТО Черногории. А большинство политиков в Европе, да и в вашей стране, считает, что НАТО – это в первую очередь безопасность. Интересно, в чем же, по вашему мнению, опасность для Черногории? Это действительно опасность. Причем опасность не только для Черногории, но и для всего мира. Я действительно считаю, что если мы хотим сохранить безопасность нашей страны и гарантировать безопасность нашего общества, то нам нужно оставаться страной, соблюдающей нейтралитет. Сейчас, наблюдая за Европой, мы можем видеть, почему вступление в НАТО опасно. Например, мы провели определенные статистические исследования в Черногории. На территории Европы за последние 5 лет произошло более 30 или 40 террористических актов. Две трети этих атак произошли на территории стран-членов НАТО. Одна треть произошла на территории стран, не являющихся членами НАТО, таких как Россия или Босния и Герцеговина и так далее. Абсолютный ноль террористических атак произошло на территории, которые являются нейтральными. Глядя на эту статистику, несложно вычислить, что нейтралитет – это самый безопасный путь. И в итоге несложно заключить, что НАТО, как альянс, приносит в мир не безопасность, а наоборот, нестабильность. И все, что они делают, они разрушают страны, а говорят, что приносят туда демократию. Посмотрите на то, что происходит в Сирии или Ливии. Разве это безопасность? По моему мнению, для того, чтобы оставаться процветающей и здоровой страной, нам надо избегать вступления в НАТО и оставаться нейтральной страной. Neutral and not to be part of NATO as organization. Господин Милачич, я читал в прессе, что вы были арестованы, и вас даже называли враг государства номер один в своей стране. Значит ли это, что вопрос вступления в НАТО для Черногории или Монтенегро действительно вопрос номер один? Да, в сущности, это так. И причина, видимо, в том, что у нас неверные стандарты отношения к главным вопросам. И для многих людей это самый интересный вопрос. Да, меня арестовывали несколько раз. И одна из причин ареста был мой протест против вступления в НАТО. Конечно, им хотелось бы видеть Черногорию послушной страной. Они не хотят слышать критику. Они не хотят видеть такого человека, как я, который высказывается против их политики.
Официальная правда выглядит так. Единственный путь Черногории – это путь в НАТО. Наши партнеры в Брюсселе и Вашингтоне считают нашу власть демократической. А я заметил такую интересную параллель. Джуканович, наш премьер-министр, уже 7 раз избирался на эту должность. 21 год, по-моему. 27 лет он уже у власти. А вот, например, Александр Лукашенко, ваш президент, у власти 24 года. И тут мы наблюдаем двойные стандарты. Наш лидер – образец демократии. А вашего президента Лукашенко называли диктатор. Это и есть двойные стандарты. Окей, мистер Милач. Хорошо, мистер Милач, вы знаете, может быть, это шутка, но, возможно, вас в вашей стране называют агентом Сербии или агентом России. Ну вот действительно, ваша позиция очень сильно отличается от взглядов политиков в Европе. Можете вы рассказать, как формировались ваши взгляды, кто или что повлиял на их формирование? Да, меня называют русским шпионом, русским агентом. Может быть, после этого интервью меня будут называть белорусским агентом. Это манипуляция. Это одни и те же основы манипуляции, которые используются очень давно. Уже давно и во многих странах. И тут все переворачивается в свою пользу. Мои принципы в этой борьбе против такой ситуации, против интеграции в НАТО. Я сосредоточен на любви к моей стране. У меня нет никаких связей или привязанностей к Путину или Лукашенко. Мой мотив и моя единственная цель – это любовь к своей стране. Я действительно так думаю и считаю, что нам нужно оставаться нейтральной страной. Моя цель – сделать Черногорию процветающей страной. Мы в Беларуси часто с гордостью говорим о том, что мы географический центр Европы. У нас даже есть место, где отмечен этот центр. Но где, по-вашему, политический центр современной Европы? Где место, которое можно назвать центром Евросоюза? Где это Берлин, Брюссель, Париж или, может, вообще Вашингтон? Я изучал политологию и журналистику, так что могу вам сказать, что мы коллеги. И мы можем смотреть на политику одинаково. Я стою на позиции, что это утопия. А хотя, может быть, и нет. Как говорил в свое время Шарль де Голль, его видение Европы и его видение мира более широкое. Если вы меня спрашиваете, какой город, я отвечу вам. Я назову вам несколько городов, без которых Европа не Европа. Это Париж, Берлин и Москва. От Атлантики до Урала. И это видение новой Европы. И без связи этих городов объединение и интеграция Европы невозможно. Интеграция Европы без России невозможно. Например, в Соединенных Штатах хорошо знают этот факт. Поэтому после Второй мировой войны они делают все возможное для того, чтобы остановить такую интеграцию. Даже малейшую попытку такой возможности. Объединение Парижа, Берлина и Москвы. В Вашингтоне это очень хорошо понимают. И если это случится, их влияние на Европу существенно ослабнет. И они не хотят независимой от Вашингтона Европы. Они не видят Европы не в рамках НАТО. Для них важна контролируемая и управляемая Европа. Я против такой Европы. Это не мой взгляд на современную Европу. Я за то, чтобы у Европы были хорошие отношения и с Минском, и с Москвой, а также с Вашингтоном. Okay. Could I ask you like a colleagues, like a journalist? To my mind, today journalists is
Позвольте такой вопрос, как коллеги. На мой взгляд, сегодня журналистика утратила былой авторитет, и причина этому – социальные сети. Много высказываний, непроверенных фактов, просто лжи. И как результат, даже статьи в солидной газете уже нет доверия. По-вашему, кто вот в нынешней ситуации может вернуть авторитет журналистике? Только знание и образование. Это возможно, если нам удастся поддерживать систему образования на хорошем уровне и на хорошей основе. Все очень взаимосвязано. И как вы правильно заметили, сегодня, в наше время, с развитием высоких технологий, любая тема подвергается открытой дискуссии. В этом отчасти и проблема. И вы совершенно правы, нам необходимо вернуть нужное доверие к журналистике. Здесь необходима более тесная связь системы образования и средств массовой информации. На сегодняшний день средства массовой информации являются средством пропаганды больше, чем когда-либо. Конечно, медиа всегда оказывали серьезное влияние. Но сейчас это особенно ощутимо. Но с другой стороны, есть очень много положительного в социальных сетях. Сейчас достаточно сложно открыто лгать. 20 лет назад было гораздо проще подать какой-либо лживый факт. Сейчас это сложнее, потому что все стало более прозрачно. Таким образом, у нас есть некий баланс. Я действительно думаю, что национальные вещатели и в вашем случае национальное телевидение имеют важнейшую задачу. И в данном случае я считаю, что позиция национального телевидения всегда ключевая, потому что общенациональное телевидение задает стандарты. Стандарты для журналистики, но не только для журналистики, но и для общественной жизни в целом. Многие в Беларуси и в России говорят о распаде СССР как о самой большой трагедии 20 века, даже как о личной трагедии. Но мы были и свидетелями того, как большая Югославия превратилась в несколько разных стран. Вот скажите, есть ли люди в бывшей Югославии, которые также сожалеют о распаде вот бывшей большой страны? И можно ли сравнить вот историю распада СССР и распада Югославии? Это был большой, даже глобальный геополитический процесс. Распад или дезинтеграция – это может быть и неплохо, но иногда ее нужно контролировать самим. Потому что я, к примеру, думаю, что именно руки Запада управляли и контролировали данный процесс распада. Сейчас уже известны факты участия Соединенных Штатов в развале Советского Союза. После распада Советского Союза прошло немного времени и произошел развал Югославии. И я думаю, что этим процессом управлял Запад. Им не нужны были большие и сильные государства. Конечно, после Второй мировой войны Запад хотел побороть фашизм. И у Рузвельта, Черчилля и Сталина была одна общая идея – победить Гитлера. Но сразу после Гитлера Запад начал бороться с коммунизмом. По моему мнению, они хотели разрушить Россию. И как мы сегодня видим, их врагом был не коммунизм. Их врагом был суверенитет и независимость. Сейчас мы видим независимую Россию и независимый Китай. И я считаю, что касается Югославии, им, конечно, не нужна была независимая и сильная страна в центре Европы. Конечно, мы сами несем ответственность за гражданскую войну в нашей стране.
Да, мы сами несем ответственность за лидеров в наших странах. Более демократических или более авторитарных. Но весь этот процесс контролировался на глобальном уровне. Вы впервые в Минске? Да. Каково ваше впечатление о нашем городе? И, пожалуйста, без всяких комплиментов. Я действительно удивлен в позитивном смысле. Я тут первый раз, и это мое первое впечатление. Очень красивый город, обновленный город. Речь идет об очевидных вещах. Все старые здания в коммунистическом стиле. Видно, что они отреставрированы. Видно, что очень серьезный город. Если вы меня спросите, он мне нравится больше, чем Москва. Он более спокойный и нет такой суматохи. И Минск более тихий и спокойный. Я действительно очень хорошо себя здесь чувствую. Мне тут нравится. Я благодарю вас за ваши слова о Минске. Спасибо за ваш визит. Добро пожаловать и ждем вас еще раз. Спасибо. Я надеюсь, в следующий раз вы будете моим гостем. Может быть, в каком-нибудь телевизионном шоу в Черногории. Но в любом случае, эти связи мы должны сделать более крепкими.